Отопительный сезон в регионе начнется уже через полтора месяца. Сегодня состоялось выездное заседание комиссии по подготовке систем жизнеобеспечения Ивановской области к осенне-зимнему периоду. Сейчас показатель готовности региона к холодам примерно одинаковый во всех муниципальных образованиях и составляет порядка 60%. В отстающих по результатам доклада оказался Шуйский район. Они все по одинаковому алгоритму готовили свои отчетные цифры. И вот на фоне всего этого ваши цифры выглядят так, как я сказал. Выяснилось, что на комиссии замглавы администрации района представил устаревшие данные, а конкретно июльские. Доведите порядок в работе ваших подразделений. Мало того, что вы нас вводите в заблуждение, вы такое же заблуждение мы с вашей подачи можем ввести и Минрегион. А мы-то пока идем-то, вообще-то очень нормально. Мы по всем ЦФО третий по подготовке к зиме, оставив после себя куда более благополучную область. Праведный гнев зампреда правительства на этом не прекратился. Очевидно, пословицу «готовься, а не летом» шуйские чиновники не знают. А вот по показателям бюджета понятно, что вы не закладываете это там вчера или позавчера. Вот эти средства, которые должны были идти на подготовку к зиме, на формирование аварийного запаса, они так и не нашли своего отражения в бюджете. К тому же у района долги перед теплоснабжающими компаниями более 30 миллионов рублей. Причину подобных предотопительных неурядиц сами шуйские чиновники видят в неправильно выставленных для них тарифах. Расходы, которые несет предприятие для обеспечения водоснабжением и водоотведением города, не соответствуют тем тарифам, которые нам установлены. Они выше расходы, чем нам установили и утвердила наша региональная тарифная организация. На устранение всех изъянов у администрации района осталось полтора месяца. Навести порядок в тарифах и отчетности чиновники обязаны успеть до первых холодов. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуя.